Жителей Архангельской области приглашают пройти обучение в пограничных институтах ФСБ России. На выбор Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский институты. Прием документов заканчивается в феврале этого года. По окончанию кандидат получит высшее либо среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жилье, социально-медицинское и санитарно-курортное обеспечение, перспективы карьерного роста по службе. Будущие студенты должны иметь образование не ниже среднего общего, хорошую физическую подготовку и быть годными по состоянию здоровья к военной службе. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Срок обучения на направлениях высшего образования составляет от 4 до 5 лет. По окончании выдается диплом государственного образца и присваивается воинское звание лейтенант. На потоке среднего профессионального образования кандидаты поступают без экзаменов. Срок обучения от 1 до 3 лет с присвоением воинского звания прапорщик. Возможно дальнейшее поступление в любую образовательную организацию ФСБ России на потоке высшего профессионального образования.